А научитесь слышать себя. Да, еще раз повторюсь, просто подсуммирую, так как это очень важно. Усталость не равняется профессиональному выгоранию. Усталость – это первичный шаг, который может привести к профессиональному выгоранию через несколько шагов позже. С усталостью достаточно легко и быстро бороться, я бы даже так сказала, либо, давайте скажем, работать, если вы понимаете, от чего вы устали, и у вас есть собственные приемы, грубо говоря, что же помогает вам действительно отдохнуть душой и телом.